Итак, начнем. Прошивка Global Beta MIUI 10.8.8.30. Возможно, вам покажу такую вещь, которую вы знали, но как раньше, помните, у нас было вместо шестеренки лупа, и лупа ничего не делала. Теперь я попробовал поставить эту же лупу и посмотреть, и оказывается, эта лупа выполняет поиск, да, она выполняет поиск по стандартному браузеру или в стандартном браузере, то есть это быстрый переход в браузер Xiaomi, а вы знаете, что у нас еще есть быстрый переход в ассистенте, там и быстрый переход в Google браузер, ну такие вот, как будто у нас браузеров не хватает. Далее, безопасности. Лично у меня наконец-то появилась аптечка. Ее не было в той прошивке, я вам говорил. Вот сейчас она у меня появилась, я наконец-то оценил ее функционал. По сути, это такая штука, которая дает советы про правильные настройки подключения вашего телефона. Где телефон думает, что надо что-то изменить, он будет вам подсказывать. Также в темах наконец-то, или не наконец-то, сделали нормально тему Classic, то есть она и работала нормально, но сейчас добавили обои, мы видим, что она есть, ее можно применять, это та стандартная тема MIUI обычная, с одинаковыми иконками, да, теперь ее тоже можно применять. Еще вот эта вот фича якобы с вот этими буквами, сейчас мне показывает, что у меня включен мобильный интернет. Но я выключаю, мне все равно показывает H+. Все равно я склоняюсь к тому, что это какой-то глюк. Возможно, это фича, но она не очень недоработана. Сейчас мне показывает, что включен интернет, а вот сейчас уже не включен. То есть иногда она очень долго показывает, я не могу определиться, работает у меня интернет или нет. И это очень неудобно, это сбивает с толку. Также на шикарном телефоне Redmi Note 3 Pro обновили наконец-то камеру, да, она стала интерфейсом как в десятке, да, ну или в последних девятках, новая камера, которая листается свайпами влево-вправо, и также, не поверите, видео добавили 60 кадров в секунду Full HD запись. Да, как ни странно это звучало, так как на Redmi Note 4X. И, к сожалению, она работает точно так же, как на Redmi Note 4X. А то есть, никак. Оно снимает быстро, в ускоренном виде, потом зависает, и звук идет. Да, вот такие вот изменения. А по списку изменений у нас, как всегда, это фиксы, фиксы, фиксы. Мне кажется, китайцам вообще стало впадло что-то писать в изменениях. И список мы увидим, в принципе, завтра, но там тоже будут одни фиксы. Так что... А если ты хочешь посоветоваться о Xiaomi или задать какой-то вопрос о прошивке или о телефоне, можешь вступать в нашу группу в Телеграме. А если ты не любишь умные чаты, просто вступай в канал в Телеграме, чтобы не пропустить новые видео. Все ссылки в описании.